7 апреля. Улица Гурамишвили. Сегодня в ТМК буду снимать. Пойду на улицу Цодни-Скари, 4-й квартал. Мне надо сейчас на эту улицу подняться, а я сейчас туда и поднимусь. Улица Барамидзе.
улица Гамгрелидзе. Какую-то часть трассы пропустил. Ситуация вообще не съемочная была. Девятое апреля. Улица Гамгрелидзе, ТМК. Седьмого числа я уже был здесь. Сейчас поднимусь на Утсон Нискари. По новой надо снимать теперь. Нужен 10-й и 20-й дом. Я думал, это корпуса, это не корпуса, это частные дома. Вон там 10-й. Это был 10-й. Блин, дождь пошел уже. Вышел с улицы Тодмискари. Это конец этой улицы. Улица у реки.
Сейчас я повторно сниму 20-й. Улица Шатили. 4-й квартал ТМК. Пришлось выключить временно. Вот 20-й дом. Конец улицы Цорнискари, 20-й дом. Повторно захожу на эту улицу. Сейчас с другой стороны тоже сниму. Улица Шатили. Вот, тут написано 1962. Оттуда я вышел только что. Улица Чаргали. Оттуда сейчас вышел. Десятый Б-квартал, по-моему, слева.
Ну и, конечно же, сюда должен спуститься обязательно. Всю улицу Содной Скари сначала до конца обошел. Улица Анапской дивизии. Девятый квартал, вон тот. Потом туда тоже надо будет сходить.